Самый большой в мире грызун, капибара, обитает в Южной Америке. Его научное название – Гидрохориус гидрохерис. В переводе с латыни это означает «водяная свинка» или «водосвинка», что очень подходит этому зверю. Находясь на суше, капибара и в самом деле напоминает поросенка, роющегося в траве пятачком. Тело капибары покрыто рыжевато-бурыми волосами, жесткими, как щетина. Эти звери держатся по берегам водоемов и лесных болот, где в изобилии растет их любимая пища – всевозможные водяные растения. Пальцы ног капибары имеют небольшие плавательные перепонки, что позволяет зверю хорошо держаться на воде.